перекличка времен, событий, фактов. Перекличка. Вы слышите, люди, солдаты? Мне 21, погиб под Москвой. Мне 25, убит под Минском. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший там горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?